Установлены особы, якія паведамілі об лживым мініраванні гомельской школы номер 55. Нагадаем, некалькі дзён тому у міліцыю поступила информация, что невядомы пакінуў на сайте вучебной установы паведамленне об мініраванні. У пагрозе прагучала абяцанне, что механізм будзе прыведзены ў дзеянне, калі вучні атрымаюць адмоўныя адзнакі па выніках контрольнай работы. Спецслужбы эвакуировали больш як 100 чалавек, аднак у выніку проверки з дапамогай службовага собаки выбуховых приладов не выявили. Оперативникам криминального вышуку управления внутренних справ Гомельского облвыканкама удалось у самые короткие термины установить особы жартовников. Это несколько учащихся вышеуказанной школы. Подростки на момент размещения ложной информации находились вместе и, не задумываясь о последствиях, решили пошутить. Они предприняли меры для того, чтобы оставаться анонимными в сети интернет. Но оперативники подразделения по раскрытию преступления в сфере высокой технологии нашли возможность вывести их из тени. Милиция попереджвая, загадя и лживое поведомление об подрыхтовце выбуху подпалить и інших деяннях, якія створают небеспеку для життя и здоровья людей, карается штрафом або арыштам ці обмежаванием воли на термин до 3 гадоў, ці увогуле позбавлением воли на термин до 5 гадоў. Тое ж деяння, учиненное повторно або группой особ по попередней змове, приведе до обмежавання воли на термин до 5 гадоў, альбо позбавление воли на термин от 3 до 7 гадоў.